российский аналитик Максим Шевченко. Для России крайне важно, чтобы ключевая страна Закавказья, Грузия, не стала младшим британским партнером или сателлитом. Франция – давний оппонент и конкурент Британии, идеальный кандидат для совместного сдерживания Британии в Закавказье. С этой точки зрения интересны российско-азербайджанские отношения. Безусловно, они очень хорошие на уровне первых лиц. Ильхам Алиев имеет близкие человеческие отношения с руководством России, прежде всего с Владимиром Путиным. Я уверен, именно на уровне человеческого личного глубокого взаимопонимания. Но человеку человеческое, а политике политическое. Безусловно, любой вопрос, сложный, проблемный, может быть обсужден на уровне первых лиц, просто в рамках телефонного звонка. Но при всем при этом усиление Азербайджана стратегически невыгодно для российской политики.